Хейл гейс, с вами Шимики, и мы продолжаем твою не так уж уже тяжелую игру. Это у нас Far Cry 3, Blood Dragon и... сюжетные миссии. Когда останется одна сюжетная миссия, если скажут, что, ну, вы будьте осторожны, потому что это последняя миссия, то я пойду сначала все собирать. А так, мы отправляемся с вами. И по пути, есть у нас что-нибудь стоять? По пути у нас нету ничего, но я забегу за телевизором. Потому что если мы, поверьте, а я вам говорю, поверьте. Бежать, нахер бежать лучше. Первым делом мы с вами... Сейчас, сами вспомните эту миссию. Мы за сколько прошли? За 5 минут? Или за сколько? Мы ее прошли, как нефиг делать. Так ведь. Главное, чтобы дракон не налетел. Ой, это он не на меня нагрелся. Так, а теперь можно и идти за козлом. Это тебе. Если они хотят, пускай на него нападают. Ой, блин, не, он быстрее машины бегает. Стоять, козлы. А где козлы? Они спугнули всех мне козлов? Рок-н-ролл, новый уровень. Так, какой у меня 26-й? Получить дополнительную ячейку в части повреждения. Так, 26-й это вот этот. Ну, осталось у меня тут каких-то 4 уровня. База данных. Тихо, база данных. А, не, это... Не на то, что я подумал, это на телевизоры сраные. А знаете, я посмотрел, короче, вики. По идее, на телевизорах тоже должны быть описания. Таких там... Не, только не телешоу, а как они называются? Цитаты. Можно так их назвать. Так, где сраные козлы? Вы херели? Козлы-убийцы мне нужны. Мне нужно всего лишь 2 животных, а вы начали здесь свою войну. До свидания. Ладно, нету, значит, здесь этих козлов. Обидно. Что сказать, обидно. Док, я почти на месте. Слушай, доктор Карлайл создает для Слоуна биооружие. Хоть и знает, чем это кончится. Что же нам делать? Убрать его? Да. То есть убить его? Именно. Не проблема. Я знаю, это ужасно. Не для меня. Так, доктор Карлайл на станции Шакма. Это лаборатория на... Что за телеком скажу? На скалах над проливом расположен пост охраны. У них есть дельтаплан. Возьми его. Задача — захватить планер. Как нихер делать? Деньги. Коробка. Последний, еще один документ. Так, заметки Карлайн 4. Инъекция крови дракона Слоуни дали потрясающий результат. Если мне будет позволено настолько скромно отзываться о своих поистине фантастических достижениях в области улучшения творчества творений бога. Взаимодействие крови дракона с кибернетической состоящей Слоуна настолько усилила его, что я вела нанозвесь все какой-то. Кровь и себе. Несмотря на отсутствие киберпротезов, нано-боты должны стать превосходными связующим звеном
Посмотрим, что ж скажет доктор Дарлинг, когда все будет готово. Так, телевизоры. А, я все равно сейчас за телеком побегу. Так, он должен быть тут недалеко. Как раз мне на гору забираться. И дельтаплан нужно будет стырить. Тунс, тунс, тунс. Надеюсь, хоть флаги собирать не придется. Тупая змея. Деньги лежали. Тут гранаты есть. А, поехали. Миссии так миссии выполнять. Тупо, конечно. То, что я спалился. Обожаю животных. Эта собака там застряла. Внизу, походу. Да, полетели. Эй. Опа. Я знаю, я уже летал. Стоп. Что там насчет биооружия? Мы хотели победить русских. Думали, кровь дракона сделает солдат сильнее. Но потом выяснилось ее воздействие на простых людей. Они превращались в дикарей. И ты пыталась отговорить Слоун, так? Тогда он запросил больше красных копий. И начал снаряжать их. Против красных? Против всех. Он собрался воевать со всем миром. И доктор Карлайл ему помогает. Я остановлю его, док. Никто не смеет угрожать моей планете. Так, интересно, я... Тревога. Обнаружен противник. А, ну. Тогда без разницы. Еще один сгорел на работе. Ну да. Пока всех не перебью, не остановлюсь. Кто меня там видит? Он уже никого не возглавит. Можно говорить, не возглавит. Ох, черт. Они заметят. Ту-ту-ту. Животное. Блин, вот почему вот опять нам это? То, чего я хочу, не эту. Я хочу скатика. Тупая.
Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу. Пиу-пиу. Вот это я понимаю. Не, пистолет вообще не дамажит. Ноль дэмэджа. Так, а вот это вот немного опасно. Тихо-тихо-тихо, ломаем игру. Блин, как мне забраться? Я не знаю, как он меня не заметил. Может посрать, заметят. Я подняться не могу. Летите на остров? Тихо. Тихо, я сказал. Ку-ку, ты уже труп. Ку-ку, настери себе в руку. Ой, короче, что я мучаюсь? Я все равно должен не тут быть. Пока. Бум. Я все равно должен быть не тут. Почему я должен лететь? Так, я на острове. Доберись до поста охраны, чтобы открыть задние двери. Код 653-9X. Задача — войти через черный ход. Внимание! В последней партии гранаты дефектные. Они взрываются только при произнесении команды «граната». Классная модификация. Взрывается только при слове «граната». Так, что мне еще нужно? Стоять, оружие, модификация. Пистолет. Здесь, в принципе... Что она дает мне? Нихера, да? Джем. Личный магазин. Будет точность, окей. Я неумышленно привела в действие ваши гранаты. Так, расходный материал, боезапасы. По громкой связи.
в результате чего они взорвались. Прошу прощения, если кого-то ранило или убило. Внимание! Ваши гранаты также реагируют на команду «Сдохни». Я слышал взрывы. Это хорошо, что она сказала эти команды. Раз, два, три. Чел с РПГ? Блин, я РПГ хотел, слышь? Песок с водой, знаешь, какой песок с водой? Песок с водой — это грязь. Там собаки еще были? А, заметили все-таки. А, не страшно. Да-да-да. Я не хочу, чтобы просто шумиха потом была. Они услышали, как я упал? Тихо. Так. Легко. Не очень примитивно идут. На смерть. Не успеет. Готово. Это ж звездная болезнь.
Он услышал? Это не он говорит, кто-то ближе ко мне еще есть. Хотя... Нет, он тут один. Не, кто-то снизу все-таки есть. Кто-то все-таки снизу есть. Открываем проход. Идите к выходу из лаборатории. Поехали. Выход. Это здесь, да? Похоже на засаду. Допустимо падение с почти любой высоты. Почти. Твою мать! Док, я внутри. Карлайл превращает кровь драконов в аэрозоль для красных копий. Я видела результаты экспериментов. Это чудовищно. Значит, ему конец, друг. Ему конец. Слово Рекса Кольта. Задача. Убить доктора Карлайла. Доктор Карлайл? Зачем? Он же наш. Но она наш, нет? Ну ладно, пойдемте грохать ее. Пойдемте грохать ее. Приготовьтесь к смерти, сержант Рекс Пауэркольд. Выпускайте Кракена! Невозможно. Подготовка Кракена не завершена. Тупая восьмибитная железка! Сделай что-нибудь! Кракена. Я вот думаю, что за Кракен может быть. Двери открываются сами. Люблю 2007. 2007. Что это такое? А, мы их встречали, я помню. И ну от этого шума будет много, а эта херь не убивает. Ну, шумихи это тоже плохо. Обнаружены антиживые объекты. Стрельба по ним может развлечь вас. Или их, как повезет. В любом случае, удачи. Рад тебя прирезать. Новый уровень. Создают каких-то монстров. А, контрольная точка. А, нормально. Пойти лучше сигналку вырубить.
существует дороже, чем ты платишь. Я не знаю, что будет лучше, но мне кажется, сигналку лучше вырубить. Тихо. Там снайпер. А это мой лазер. Так, этого я, короче, зарежу, в того стикину сюрикен, в того я в раз с разбегой крохну. Только я... Звездочка моя. Я только за то, что волнуюсь, чтобы сверху никого не было. Вот куда он делся? Ладно, тихо. Пора спать. Главное, что без шума. Делали бы побольше таких игр, которые можно пройти без шума. И не спалившись. Его. И? Я понял. Меня что, заметили? А, 2 минуты нужно ждать? Окей. Без Б. И такие все-таки умные. Вот это может быть проблемой. А, то есть ты еще не открыла ее, бля. Ну, короче, ребят, вы понимаете, да? Мастер скрытности. Она может откроется? Не, ну ладно, пускай открывает. По сути, я должен просто выжидать, да, вот это. Я так говорила минуту назад. Давай быстрее, у нас серия закончится. Не, вот это долгая миссия. Ну, хотя, если бы я без стелса. Только мне придется ждать, пока эти ребятки тоже свалят. Неужели ты ко мне зайдешь, приятель? Не. Тупые роботы. Зашли бы сюда, чекнули. Так, хотя и с драконами тоже так же работает. Задача на выход. Изи. Изи. Я чекнул. Умри в тишине. Денежки. Чего нету? Ничего нету. Вам что я сделал всю тихо, не коснулся еще. А не, стоять, я коснулся собака.
Один выстрел, и они на свободе. Живучие мертвецы! Если он не натравит живучих мертвецов на группу Омега. Они довольно неразборчивы. Зачем ты ему сказала? Там еще один был. Пипец. Вон. Задача. На выход. О. Как он меня видит? Все готово для запуска ракет. Я заберу тебя на вертушке. Я могу спрыгнуть и отключить сигналку. Давай, 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 давай. Скоро я выпущу своего любимого кракена. Что вы ржете, идиоты? Он увидел? Можешь пойти по низу, вырубить сигналку. Кто меня видит? Ящерки. Ладно, ты настоящий суперкиборг. Не буду тратить времени. Сотрясение мозга. Тихо, тихо, мне нужно. Да понял. Да ладно. Не, ну лазеры это хорошая херь. Лазеры это хорошая херь. Тум-тум-тум-тум. Пипец уже время. Очкарики мощно дрались. Те, что не с Карлайлом? Да. Я не виноват. Он первый начал. Люстик. Тебя крыса в моем киберлабиринте. Да не, это ты крыса. Я человек. Если на меня сейчас. Обнаружен гравитационный лифт, поднимающий с помощью антигравитации. Ученые.
Блин, там драконов я вижу дохера. Вау. Здесь вы не умрете, сержант Рекс Пауэркольд. Кракен готов? Готов, сэр. Выпускайте Кракена. Невозможно. Механизм дверей лаборатории заклинило. Обнаружено слабое место драконов. Цельтесь в выделенную область. Помни, Рекс. Пригибайся и собирай киберсердца. Ням-ням-ням. Если драконов не отвлечь киберсердцами, они его поджарят. Ваш микрофон включен. Чёрт! Так, ладно, я понял вас. Это тебе. Перекусим. Ах ты, зараза. Застрелите же его. Это тебе. Марки 4, голубые жестянки. Куда вам до моей лодки? Моя армия вам докучает, сержант Коль? Заведение быстро кончается. И это бой? Готово. Минус за дракона, блин. Нужно больше, киберсолдат. Невозможно. Тупая восьмибитная железка, к сожалению, не в состоянии выполнить ваш умный запрос. Не убивай меня. Задача. Так, мастер-лучник. 28. Вы сможете достаточно стрелять из кольчана и стрелять на 50 быстрее. Окей. Готов. Отлично, Рекс. Миссия выполнена? Все? Как-то быстро. Не верится. Похоже, что да. Рекс, ты цел? Ну и план, док. Было бы жаль потерять такого... Так, боеприпасы, купить... Оружие, расходный материал. Прекрасного солдата. Задача выполнена. Идите к заданной точке. Нет, сделка с психами выполнена. Готово. Дави к чему? Ну, в принципе, как-то так. Мы с вами выполнили миссию, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.